Кружить, летать и падать, и снова подняться ввысь. Все сложится так, как надо, не торопись. Ты можешь быть кем захочешь, придумывать свой сюжет. В конце самой долгой ночи будет рассвет. И если темнее неба, трудно вдвоем стоять под окном. Просто слушай сердце. Кажется, ты один. Ты не сомневайся, слышишь, все впереди. Ты чувства летят на волю, и тесно уже внутри. Наполни свой мир любовью, ярче гори. И первым днем становлен, что это вновь смею бы ночь, и снова разманывай. Come on.
Yeah.
сердце хмурю,
Я учу.
тебя появился. Che cosa devo fare per partecipare il prossimo anno? Working at Participate Next Year. Well, this is very good. At the end, we will know who will be the winner of the 2018 Eurovision Song Contest! Добрый вечер, Анастасия. Can you see your voice? Hello, Europe! So, the 12 points from the national tour of Ukraine go to... with 78 points is
Ukraine! Походу по зрителям это хорошо. Это больше будет искать. Казахстан! A point to be in the Poland and France. Only two countries remaining to receive points. And let's support them. Your applause! Shine.